Доброе утро. Мне необходимо срочно отправить жене открытку в Вену. У вас не найдется случайно почтовой марки? Конечно. Необходимо, чтобы открытка была отправлена именно сегодня. Непременно, господин Риттель. Благодарю вас. Удачного дня. Спасибо. Открытка сообщала, что я прибыл, и хотелось надеяться, что мне пришлют кого-то в помощь. Че, матрос, я ж пошутил. Шутник, блин. Кончай шутить. О, тушеночка. Бойцы. Дело чести, СС, господа. Выполнить то ответственное задание, которое поставил перед нами фюрер. Операция входит в свою заключительную фазу. На следующей неделе к нам приезжает группа специалистов. Надеюсь, у нас все готово для их встречи, Вальтер? Так точно, господин оберфюрер! Можете сидеть. Мы сняли для них лучший пансионат. Он практически рядом с зоной. Хорошо. Оберштурмфюрер Раух, когда должны прибыть первые образцы? К концу недели, господин оберфюрер. Точнее. К 5-6 числу все будет готово. Мы как раз закончим концентрацию военнопленных. Хорошо. Наш агент подтверждает, что наступление русских начнется 15 числа. Я хочу, чтобы вы все себя спросили, господа, все ли у нас готово для достойной встречи? Отсюда до дороги по прямой 5 км. Все, будем прощаться. Ну, ни пуха, ни пера.
Внешне Станиславов жил по законам мирного времени. Тихо, спокойно, будто рядом нет линии фронта, а сам город не оккупирован фашистами. Но когда немцы вошли сюда, они сразу же арестовали около 1000 человек, отвезли их в лес под городом и расстреляли. И каждый житель Станиславова об этом помнил. День добрый. Пан интересуется чем-нибудь? Добрый день. Я, собственно, ищу антиквара Зеленского. Был здесь такой. Зеленский? Да. Был тут у нас один Зеленский. Жил на улице Скубецкого. Но он, прошлым пана... Простите. Давно уехал отсюда. Как советы пришли, он исчез. Может быть, остался кто-нибудь из родственников? Может, работники? Вряд ли. Все, кто мог, уже давно уехали отсюда. Кому нужны лишние проблемы? Немцы пришли, советы пришли, все что-нибудь дали. Хорошо тому, у кого ничего нет. Может, пан что-нибудь хочет приобрести в нашем магазине? Вот, настоящий антиквариат середины 19 века. Отдам недорого. Нет, спасибо. Меня больше интересуют мужские аксессуары. Например, запонки, зажигалки, курительные трубки, портсигары. Кстати, я тут недавно приобрел один довольно дорогой. А теперь сомневаюсь, не переплатил ли. Не взгляните. Давно не держал в руках такой любопытной вещи. Здравствуйте. Здравствуйте. Где мы можем поговорить? Зося? Да, дядя. Моя племянница. Добрый день, Коля. Добрый день. Зося, постой за прилавком, мне с господином надо поговорить. Прошу пана. Такие? Беженцы. Беженцы? А у Свайс имеется? А ну? Пошли. Куда?
теще на блины. Ну, пошли. Ну, живо! Живо, сука! Направо! Пошел! Из центра сообщили, что в зону интересующего нас строительства постоянно доставляют грузы по железной дороге. Даем. Уютно. Дальше. Значит, следовало заняться этими грузами. Скажите, а Зося в курсе того, кто вы? Нет, она помогает мне по магазину. Портсигары, кстати, действительно цены. Может представлять определенный интерес для коллекционеров. Спасибо, учту. Знаете, как провалилась ваша группа? Нет, не знаю. Знаю только, что радистка жива. Откуда? После провала мне оставили рацию и велели ждать. А она знает о вашем существовании? Мне это неизвестно. А где находится рация? Спрятана в подвале. Правда, не знаю, работает ли. Столько времени прошло. Хорошо, с рацией разберемся. Скажите, у вас есть знакомые на железнодорожной станции? Мне нужен человек, который мог бы поставлять ежедневную информацию о движении товарных поездов. Таких знакомых у меня, пожалуй, нет. Не торопитесь. Подумайте. Это не обязательно должен быть диспетчер или кто-то из начальства станции. Достаточно, чтобы он имел доступ к товарно-транспортным накладным. Есть тут у меня один немец, правда, не знаю, подойдет ли он нам. Снабженец, работает на станции, подворовывает потихоньку. Я ему медикаменты, продукты на золото, разные камешки меняю. Познакомите меня с ним. Как? Скажите, что есть человек, который предлагает царские червонцы. Встречу назначите завтра в 6 часов вечера здесь у вас. Если сможете договориться, поставьте на подоконнике подсвечник, тот самый, который вы хотели мне продать. Хорошо. Я все сделаю. Можно задать вам один вопрос? Данс, как все жадные люди, очень подозрителен. На слово он никому не верит. Я понимаю. Пусть вас это не беспокоит. Вот. Надеюсь, Данс это сможет убедить. Всего хорошего. До встречи. До свидания. Опишите мне столовую, в которой вы работали. Что это было за здание? Сколько в нем было столиков? Какие занавески висели? Все. Здание одноэтажное. Довольно старое. И столовая была небольшая, всего на 8 столиков. А занавески разные бывали. Сколько человек у вас было во взводе? 26. 26? А кто вами командовал? Флорин Катриан. Он из наших, из местных, раньше в клубе работал. Флорин, Флорин. Маленький такой. Высокого роста, полосоватый, прихрамывает. Кого сейчас? А кто был вашим начальником? Немец Йоган Штольц. Опишите его. Высокий, полный, лысоват. Возраст? Где-то за 50. Ну, может, чуть меньше, так с виду не разберешь. Что же вы собирались делать в Станиславе? Для начала мы хотели бы разыскать своего дядю. Как же вы собирались искать вашего дядю? Через адресное бюро. Все торговцы в обязательном порядке должны быть зарегистрированы, чтобы получить разрешение на торговлю. Откуда вы знаете? От брата. Он же работал полицаем. Ну, а если бы не нашли? Я бы хотел продолжить служить полиции. Слушать в полиции. Да. Среди этих фотографий нет вашего начальника?
Йогана Шварца. Йогана Штольца. Йогана Штольца. Нет, его здесь нет. Вы уверены? Да, Йоган был полнее, и волосы у него были погуще. Хорошо. Посмотрите внимательно. Нет. Здесь его тоже нет. Ну что? Все? Разрешите обратиться, товарищ прокурор. Давайте быстро, я тороплюсь. Но если быстро, то вот... Все-таки добился своего, майор. Я все выше выполняю приказ своего начальства, товарищ полковник. Так когда я могу забрать Филенко? Обратитесь к моему заместителю. Есть обратиться к заместителю. Жрать охота. Долго нам здесь еще сидеть? Это можно. А торчать мы тут будем столько, сколько нужно. А вот взяли бы языка, уже бы тушеночку хряцали. Наше дело наблюдение. Языком пусть другие занимаются. А вот, положим, ты в тайге медведя или волка выслеживаешь. Где он, ты не знаешь. А взять его необходимо. Что ты будешь делать? Ну, искать там по поломанным веткам, там по следам, по дерьму. А если, предположим, забор, что за ним, ты не знаешь. Вокруг пушки, заграждения, пулеметы. Ты где, в тайге? Лапать. Сам ты лапать, ты про тайгу говорил. Лапать. Ну, что там с забором твоим? Ну, забор. Что за ним, ты не знаешь. Мины, заграждения, пулеметы. Как ты будешь информацию получать? Да очень просто. Смотри, любой объект, а тем более военный, это совокупность живых организмов. А им нужен провиант. Жрать-то охота. И по характеру ввозимых грузов и продовольствия можно определить, что это за объект. Молодца. А вот эта совокупность, это что? Ты что, серьезно? Знаешь, Филенко, мне неинтересно, что ты там наговорил разведчикам. Я хочу, чтобы ты пункт за пунктом рассказал нам все заново. Где служил, как попал в плен, где сидел. Пытались ли тебя немцы вербовать, как ты сбежал? Вот скажи мне, зачем ты сбежал от немцев? Как зачем? Чтобы к своим вернуться. И на что ты рассчитывал, Филенко? Был в плену, значит, предатель. А с предателями сам знаешь. Ракеты ты видел. Или ты думаешь, это оправдание? Нет, Филенко. Твоего поступка это не искупит. Хотя я тебе даже сочувствую. Поэтому поступим так. Заново расскажешь товарищу Павлову все про свой побег, подпишешь показания, а пока разведка проверит твои сведения. Так. Пиши. Пишу.
ФС-1154. Есть. ФФ-1048. ФФ-1047. Есть. ФД-1046. Есть. ФД-1219. Есть. ФФ-1031. Есть. ФФ-1032. Есть. ФД-1208. Есть. Время? 15:34. Так, 15:34 последовал состав из 4 открытых платформ. На каждой по 2 ящика. Итого 8 штук. Ну, а что теперь? Теперь будем ждать следующий состав. Строительство идет полным ходом. По характеру грузов немцы завозят в зону узлы и механизмы. По размеру ящиков можно определить, что это части ракет ФАУ. Значит, все-таки ФАУ. Я уверен, товарищ генерал. Вчера мы направили в зону самолет-разведчик. Он, к сожалению, не смог прорваться в зону. Был атакован немецкими истребителями. Но судя по тем снимкам, которые он сделал, там идет грандиозное строительство. И это лишний раз подтверждает слова Филенко. Филенко, это ваш перебежчик. Так точно, товарищ генерал. Я считаю, что своим поступком он искупил свою вину перед Родиной. А начальник СМЕРШ так не считает. Все же, товарищ генерал, я прошу вас посодействовать в его освобождении и переводе в действующую армию. Полковник, не наше это дело. Следствие во всем разберется. Вы лучше доложите, что слышно от второй группы. Пока ничего. Они расстались с группой Мосина в назначенном квадрате и самостоятельно направились в Станиславов. Легенда надежна? Так точно. Даже если они попадут в руки гестапо, поддержат для приличия и отпустят. Мы проверили ваши показания. Они подтвердились. Прошу. Вы, кажется, хотели работать в полиции, господин Шипитько. Да, но у меня нет рекомендаций. Они у вас будут. А вам, фройлен, я рекомендую вспомнить весь скудный запас немецких слов, который у вас был. Скоро он вам понадобится. Я буду снова работать в столовой? Скоро узнаете. На бирже труда вас уже знают. Советую не затягивать с регистрацией. Можете идти. Хай, Гитлер! Хай. Деньги настоящие, но цена, которую вы просите, господин Риттель, откровенно говоря, заоблачная. Это нормальная, хорошая цена, господин Данц. Слушайте, давайте говорить как деловые люди. Я думаю, не открою вам тайну, если скажу, что война проиграна. Еще год-два, и все будет кончено. Успокойтесь, я не из гестапо, я простой коммерсант. И так же, как для вас, надеюсь, для меня моя личная судьба гораздо важнее, чем судьба всего Рейха. В связи с этим у меня есть к вам деловое предложение. Я вас слушаю. Мне нужны сведения о прохождении товарных поездов через вашу станцию. Господин Данц, понятно, что есть ряд товаров, которые будут актуальны при любой власти. Мыло,
сигареты, продукты, медикаменты. Через вашу станцию ежедневно проходит большое количество таких вагонов. Вы понимаете, что я имею в виду? Не совсем. То есть я должен... Нет, я не призываю вас грабить по ночам вагоны. Этим будут заниматься другие. Тогда что я должен делать? Только сводки. Вы будете писать списки, и за каждый доставленный вами список я вам буду платить вот этими монетами. Этот Данс мог бы опровергнуть все разговоры о честности и неподкупности немецких солдат. Такие люди очень часто помогают противнику выигрывать войны. Сколько? Одно донесение, одна монета. Вы смеетесь надо мной, господин Риттер? Погодите, хорошо, сколько вы хотите? Три. Три монеты за каждую сводку. Дорогой господин Данс, это вы смеетесь надо мной. Вы можете вполне мне доверять. Я получаю ежедневно сводки о всех вновь прибывших эшелонах на вокзал. Хорошо. Если это будет оперативная и точная информация, я готов платить вам по две монеты за каждую сводку. Но только после того, как мои люди проверят достоверность вашей информации. Хорошо. А где гарантия, что вы со мной расплатитесь? Господин Ганс, вот вам аванс. Я со своими партнерами привык работать на доверии. Информацию будете оставлять здесь, в хозяина лавки. Пишите на тонкой папиросной бумаге, мелким почерком. Складывайте, например, спичечный коробок. Монеты будете получать тут же. И помните, меня интересуют все транспортно-товарные накладные с описанием товара, номерами вагонов и маршрутами следования. Можете не сомневаться. Точнее бросай, снайпер. Вы сами попробуйте. Группа Мосина продолжала следить за железной дорогой. Они регулярно докладывали в центр о проходящих поездах и маркировках грузов. Шалый Орлу. Состав номер 30 направился в зону строительства. Не менее исправно немцы эти сообщения перехватывали. Они знали, что мы ведем наблюдение за доставкой грузов в зону строительства. Но почему-то это их не особо беспокоило. Маркировки грузов прежние. Группа номер 2 никаких сведений о себе пока не передавала. Часам приказано прибыть в комендатуру. Оттуда нас заберут автобусом. Пансионат Фанхель? Тот самый? Не знаю. Говорят, для господ немецких офицеров. Все будет нормально, сестричка. В штабе 1-го Украинского фронта немецкий разведчик по кличке Птицелов продолжал посылать шифровки, содержащие важную информацию. Странно думать, что в сущности мы выполняли одну и ту же работу. В нашем деле трудно что-либо сделать, не оставляя следов.
Поэтому нас, без сомнения, искали. Его пыталась обнаружить, но пока абсолютно безуспешно, советская контрразведка, а меня сотрудники гестапо. Гитлер, шифровка тут слова, господин штандартенфюрер. Свободен. Хай, Гитлер. Посылка у меня, адресат доволен. Добрый день. Добрый день. Я могу чем-то помочь, господин полицейский? Да, скажите, вы скупаете ценные вещи? Да, я позову дядю. Дядя! Добрый день, господин полицейский. Скажите, серьги, кольца, украшения – это ваши компетенции? Я могу посмотреть. Разумеется. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, господа офицеры. Чем могу служить? Виткович. Это я? Я оказался прав. Это именно тот магазин, который нам нужен. Мы за подарком господину Клюнге. Да-да, конечно. Господа, пришли за шахматы. Совершенно верно. Понимаете. Ай, момент. Ай, момент. Они у вас уже приготовлены. Да, да, хорошо. Я думаю, Генрих будет доволен. Да, это именно то, что нам нужно. Сколько мы вам должны? О, нет, нет, господа офицеры, мне ничего не должны. Прошу. Благодарю. Всего хорошего. До свидания. Передайте Отто, что я привез ему привет от Фридриха. Завтра в это же время буду в костеле. До свидания. До свидания. У Савчук было мало шансов оказаться горничной в этом пансионате. Господа, как вам? Это что? Это что за грязь? Еще раз увижу грязь, отправлю в лагерь. Но Клюге был слишком ленив, чтобы просматривать анкеты новых работниц. Он считал это работой гестапо. Так, быстро! Раздеваться! Давай, давай, быстро, быстро! Быстро, быстро! Свободно. Итак, Генрих, обещанный сюрприз. Прошу.
Это именно то, что я искал. Завидую я вам, Генрих. У вас на этой проклятой войне есть хоть какая-то отдушина. Паук, хотите, я научу вас играть в шахматы? Это совсем... совсем-совсем просто. Шахматы? Нет уж, увольте. Я с вами играть не стану. Силы не равны. Что наши гости? Наши гости сегодня прибывают во Львов. Завтра будут у вас. Очень хорошо. У нас все готово к их приему. Может быть, пообедаем вместе, господа? О, нет. Благодарю вас, Генрих, но, к сожалению, мы не располагаем временем. Как-нибудь в следующий раз. Хай, Гитлер. Гитлер. Господин Клюге, у нас все готово. Прошу вас. Спасибо. Книксон! Теперь они похожи на образцовых немецких горничных. Господин Клюге, девочки строго следовали вашим рекомендациям. Очень хорошо. Итак, завтра к нам приезжают высокие гости. Сегодня у вас есть время устранить все недостатки. Пусть каждая из вас пройдется по своим номерам и проверит, все ли там в порядке. Те, кто будет плохо работать, ждет суровое наказание. Те, кто будет хорошо работать, ждет поощрение в виде отпуска домой. Вам все ясно? Нихт Форштейн, господин Клюге спрашивают. Вам все ясно? Вот. Очень хорошо. А обедать буду в кабинете. Ну, что стоим? Фамилия? Шипитько. Работать, работать! Ну, посмотрим. Надо же. У нашего Данца прям-таки каллиграфический почерк. Не иначе до войны он служил банковским клерком. Это все не то. Никаких деталей ракет здесь не указано. Может, вам не надо идти навстречу одному? Мало ли что. Давайте я вас подстрахую. Вам там появляться нельзя. Скажите, а он Зосю видел? Плохо. Но другого варианта нет. Скажите Зосе, что завтра я встречаюсь с одним сомнительным клиентом. Попросите ее подстраховать меня. Пусть сядет на скамейке в углу сквера. Мы сядем к ней спиной так, чтобы он ее не узнал. Если что-то пойдет не так, я броню на землю носовой платок. Как только она это увидит, пускай немедленно уходит домой. Скажите, у вас есть где спрятаться? Да. В случае опасности немедленно уходите. Немедленно. А как же вы? Обо мне не беспокойтесь. Сразу они меня брать не будут, а потом не найдут. Встречи с новыми коллегами – самое неприятное в нашей работе. Какие бы условные сигналы ни использовались, никто никогда ни в чем не может быть уверен. Вместо товарища на встречу всегда может прийти вражеский агент. Да,
Если бы грубо прислал ко мне агента в форме полицая, я бы подумал, что у него есть чувство юмора. Вам привет от Фридриха.